Наступило время, когда приемные комиссии проверяют подготовку различных образовательных учреждений к новому учебному году. На сегодняшний день проверено 15 детских садов, где комиссия без замечаний подписала все необходимые акты. Мэр города Юрий Гришан отправился в детский сад номер 4, чтобы также убедиться в подготовке этого дошкольного учреждения. Коллектив детского сада все сделал для того, чтобы сдать комиссии. Отработанные системы безопасности, работает видеонаблюдение, ограждение в идеальном состоянии, домофоны везде стоят, оплектованы полностью торгово-технологическим оборудованием, пожарная сигнализация. Вот когда мы сейчас были, включили систему оповещения, поэтому я думаю, что этот детский сад, он сегодня тоже будет принят комиссионно. Вот, и желаю хорошего, спокойного, безопасного нового учебного года в этом детском саду. В детском саду «Умка» функционируют 5 возрастных групп оздоровительной направленности для 115 детей с туберкулезной интоксикацией и для тех, кто находится в контакте с болеющими. В дошкольном учреждении работают квалифицированные педагоги и медицинские работники под контролем врача-физиотерапевта и врача-педиатра. Также градоначальник сообщил о том, что в следующем году нужно будет благоустроить и поменять асфальтированное покрытие на спортивной площадке на заднем дворе детского сада, сделав его безопаснее.